Маленький французский городок. Место, окутанное тайнами. Убийца его закопал, чтобы он захлебнулся во время прилива. Запутанные убийства приводят следствие к историческим загадкам. Здесь все увлекаются пиратами и корсарами. Зашифрованные письма. Это не по-французски написано. Это древний бретонский язык. Древние артефакты. Раковины морских гребешков. Говорят, Дюмон Турье где-то неподалеку спрятал сокровища и указал их местонахождение в письмах с шифрами. Несомненно, все это связано с давно потерянным кладом и пиратами 17 века. Убийство в Сен-Мало. 13 августа в 22:00 на Еврокино.